Здравствуйте, здравствуйте. А вот столько было груш огромные, вкусные. Ой. И гниют, гниют, гниют. Сейчас пусть сорвет остатки. Да и с них уже там половину гнилых видно сразу. Ой, какая груша. Да, конечно, гнилое. Конечно, отрезать. Ой. Ты мне целую дай. Целую дай. Вон, смотрите, какие груши. Смотрите, это что-то. И что? Оставь ее, вот ей бы еще повисеть. И так он ведро и гноевка. Да, каждый раз приходим ведро груш. Каждый раз приходим ведро груш. Мне лучше взять и заложить варенье. Какое-то наказание осторожно в этом году. То, что не вымерзло, то... Ой, ой, ой. Тут сгниет. Я говорю, год каких-то сплошных расстройств. Что, тоже гнилая? Каждый раз по ведру вот таких шикарных, огромных груш. Муж, да, сколько ты уже не помнишь сортов? Нет, такие впечатления, что они перепилились. Сортов 12. 12 сортов. Нет, 13. Витой какой-то. Там я два зрезал. Там, помнишь, это не было? Ветка гнила, то я зрезал и пришло на ювелица. Пошло перепыление, сейчас они все одно. Ну, такие саденькие, вкусные. Ну, тебе не нравится. Тоже гнила. Ой, боже, боже. Вот показывала, говорю, сплошные расстройства. Вот эта фицефалия. Я приходила, после, дождь был. У нас же лето было недождливое. За все лето где-то два нормальных дождя. И там раза там два тоже такое что-то капал. И вот эта фицефалия. Я пришла, вы знаете, тогда видео записала, чуть не плакала. В итоге в общей сложности вот этих плодиков, они вот такие вырастали, и они гнили. Что-то значит в том дожде было. И вот даже если вырастали побольше, тоже гнилье. Мало того, что это засуха, то этот несчастный дождь, если выпадал, я не знаю, это штук 70, штук 70, это точно. Я выбросила даже не в навоз, потому что не знаю, какая причина вот этого всего гнилья. Выбросила вот туда на дорогу. А они такие вкусные, они, во-первых, лежат, как и фицефалия, могут лежать больше года, два. Тоже там такая кожица интересная. Ее разрезаешь, и она сама как отслаивается. И они очень вкусные, жареные. Жареные мне вообще понравились. Если в Бенинказе там восковые тыкви такая, немножко они как сладковатые, а здесь это такой явно выраженный тыквенного вкуса нет. И я говорю, так мне понравилось. В прошлом году я семена купила, и схожесть была плохая. В этом году уже свои семена взошло отлично. Сколько бросала, столько всходили. И вот начали расти отлично, все, я так радовалась. И потом дождь какой-то, и все начало гнить. Все начало гнить. Я говорю, ужаснейший год, ужаснейший. Сплошные расстройства. И здесь сколько осталось из всего того, тех завязей. Вот там смотрю один, и они такие из-за жиры большие не выросли. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну,
11 штук, а могло быть под 100. Ешь не хочу. А так в итоге 11 штук. Ой. Одно расстройство. Одно расстройство. Будем надеяться, что следующий год. Все, собрал все. Следующий год будет более удачный. Но это должна быть зрелая. Поели черви. И все жалуются. Все жалуются, что яблоки гниют, груша гниет, все гниет. Мы остались в этом году без сливы. Сладкая. Вообще. Шикарная груша. Ты кричишь. Переплавилась, а его получилось. Ну да. А здесь получился твой сорт. Вообще они на один вкус. Там я была, срывала, видела, что там уже, знаете. Как мед. Вообще. Как мед. Все, пожаловалась. Можно закругляться и доедать грушу, а то опять сейчас напишут, что хамка, ем грушу, как свинья, чавкаю, ой, плямкаю и все остальное. Люди смешные такие. Ой, всего всем хорошего, урожая нам на следующий год. И любви и заботы друг к другу. Заходите, добрые мои зрители, а злые можете не заходить. Всего всем хорошего. До свидания.